Атбат. Северная Европа, 8 век. Фризы живут возле реки Рейн, на границе подвластной франкам территории, которые жаждут поработить всю Европу. Дабы подчинить язычников, они применили новое оружие – христианство. Следующей их целью стали земли короля Альтгисла – Дорестат. Найди сайт Азино 777 и получи 777 рублей на игровой счет. Мои дети и внуки умирают с голоду. Люди начинают думать, что Фрейя сделала нашу землю бесплодной. А я был проклят. Я считаю, что нам стоит удвоить количество жертвоприношений. Что такое? Опять урожая нет. Плохой из тебя земледелец. Отстань ты. Сам попробуй сначала. Если вы хотите предложить девушку из своего племени, мы не станем возражать. Ваше племя куда сильнее и больше. Наш долг уже уплачен. К чему вся эта паника? В прошлом наши племена были намного богаче. И что это значит? Что дальше? Будет только хуже? Фрейя одной рукой дает, другой забирает. Иногда урожай хороший, иногда плохой. Это ее воля, и нам ее не изменить. Во время весенних приливов мои люди останутся без еды. Нужно что-то делать. Тебе легко говорить. У тебя нет дочерей. Мою сестру принесли в жертву. И тогда ни у кого не было вопросов. Потому что так было всегда. Так жили наши предки. Традиции. Так жили и ваши отцы. Только не говори, что ты хочешь согласиться. Я слушаю. Но тебе пора говорить. Может, Радбуд хочет что-то сказать? Если больше некому, значит, ты готов сжечь своих дочерей за пару мешков зерна? Может, вместо этого будем тратить наше время на работу? То, что наследник моего брата не верит обычаям предков, не очень обнадеживает. И один из этих обычаев гласит, что любой может говорить, что хочет. Сейчас не время и не место обсуждать родословные. Дело не в тебе. И не во мне, а в наших людях, в благополучии народа. Я не стану никого принуждать. Тот, кто хочет участвовать в ритуале, пусть так и поступит.
по своей воле. Повторяю, по своей воле. Идем отсюда. Реймс. Стоит больше тренироваться вместо молитв. Радбот? Фэлла! Эй, Фэлла! Что ты делаешь? Радбот, нет! Я люблю тебя! Да? Сын Альдгисла. Тебе не позволят жениться на такой, как я. У меня нет ни звания, ни имени. Я вытащу тебя отсюда. А что потом? Вот какое будущее нас ждет. Сбежим с земли чужаков? Твое место здесь. И мое тоже. Нет. Только мне решать, что с моей жизнью. Тебя заставили так думать. Никто меня не заставлял. Это честь для моей семьи. Это чушь. Радвуд, мне жаль. Рано или поздно вам пришлось бы попрощаться. Радвуд, мы должны принести жертву. Позволь мне тоже пойти. Ты дочь короля. Тебе еще многим предстоит пожертвовать. Мы те, кто мы есть. Ты должен стать таким же. Мне это не нужно. Земли и небес, огня и воды, весны и деревьев, животных и растений, мать наших предков и наших потомков, мать, направь меня, мать, почувствуй меня. Мать, узри меня. Мать, услышь меня. Судьба сделала свой выбор. Нет! Нет!
Ты должен принять это. Что ты делаешь? Задам тебе тот же вопрос. Сын, я должен заботиться о народе. Тебе надо позаботиться лишь об одной девушке, дочери своего друга. И дело совсем не в девчонке. Ты мой сын. А сын Альдгисла не может думать только о своих интересах. Или своих страхах. Думаешь, я трус? Думаешь, мне не хватит духа направить своих людей? Все напуганы. Если пропадет еще один урожай, они умрут с голода. Так что мне приходится считаться с их страхами. И ты тоже должен, если хочешь, однажды стать их лидером. Не забывай. Я верю, что наша сила в любви. В любви к друг другу, остальное не важно. Мы должны помнить про обычаи. Времена изменились. Да. И что, выбросимся? И что, забудем обо всем? Все, что объединяет наш народ. Забудем привычки, обычаи и традиции. Если не сможешь их уважать, не сможешь стать лидером. Я не хочу возглавлять варваров, которые из страха сжигают людей на кострах. Я даю тебе шанс стать тем, кем ты хочешь. Стать королем. Такой же, как дал мне мой отец. Когда его не стало, я бы отдал что угодно, лишь бы поговорить с ним еще один раз. Чтобы он сказал мне, что он понимает, насколько одиноко бывает в этой мантии, с этим королевским символом в руках. Послушайся совета своего отца. Иногда отцы становятся стариками, и вся их слава угасает. Выпей, станет легче. Гисл, детям не место в городе. Уводите детей из города. К оружию. Стена. Ставьте стену. Замкнуть ряды. Это возмездие ордена? Возможно. Сегодня мы все умрем? Возможно. Но я не боюсь смерти. Как и вы. И я точно знаю, что это наша земля, наша вода, наш город и наш народ. Я свободный человек. Мы все. Мы свободны. Я не хочу умирать на коленях. Не для этого я жил.
Но сейчас не время для гордости. Мы должны отступить и остаться свободными. Позже мы дадим отпор. Дуй в рог. Отступаем. Нет. Стоять. Радбот. Радбот. Назад! Бегите отсюда! Уносите ноги! Король мертв. Дерестат теперь наш. Земли Вейналдум. Дерестат. Они называют это место длинным домом. Длинный дом. Как у нас дела? Несколько бунтов, но лидеров пока не нашлось. Нет лидеров. Но ты знаешь, как с варварами бывает. Ты можешь забрать их землю, но нужно сломить их волю. Отец. Это епископ Уиллиброрд и его ученик Бонифаций. Пройдите. У них разрешение от Папы Римского. Разве не прекрасно? Это знак надежды, милорд. Да, эти варвары не могут понять одного. Что послушание и милосердие — это столпы нашей Христовой веры. Ты научишь их, натаскаешь, как лошадь. Милорд. Да. А ты? Да, милорд. Будь осторожен.
Они дикие животные. Трон, посланный Господом. Земли Вейналдом. Мы потеряли Дористат. И у франков теперь есть доступ к нашим землям, торговым путям и к нашим рекам. И чья это вина? Альдгисла, моего брата. Он нами командовал. Во время его правления всегда жаловали нас. Но у нас все отняли. Франки. Мой брат был выдающимся лидером. Но Радбот... Что с ним? Если бы он не был так безрассуден, Альдгисл сейчас бы сидел с нами. Он пошел против собственного отца. Ослушался его приказа. Знаете почему? Из-за девчонки. Да и чего еще ожидать от человека, не уважающего свои традиции, свое собственное наследие? Они говорят о тебе. И теперь Один покинул нас. У тебя есть право отстоять себя. А может быть, Один хочет, чтобы он стал новым королем? И ты хочешь противиться этому? Пусть судьба решает. Каждый правитель может оставить решение на волю судьбы. Эберт, что же ты делаешь? Он ведь племянник твой. Никто не любит Радбота сильнее, чем я. Но если это он навлек на нас такое зло, оно будет преследовать нас, покуда он жив. Ты должен зайти. Не позволяй им так с собой поступать. Радбот, послушай его. Ты хочешь стать королем? Я? Нет. Король должен быть избран. Но никто не выберет лидера с проклятой маркой на груди. В прошлом я смирился с тем, что мой младший брат будет королем. И преданно служил ему до конца его дней. Возможно, твой сын сможет занять место Радбода. Не этого я добиваюсь. Я уважаю наши обычаи. Они правы. Это моя вина. Идем, сынок. Пора. Выбери свою судьбу, Радбод.
Виновен. Один сказал свое слово. Это обязательно? Ты знаешь, что это для всех значит. Алексей Долматов, выйдите из машины! Держи руки, чтоб я видел. А ну-ка, стой! Говорят, деньги не пахнут, и, мол, счастье не в них. Согласен отчасти, только тут вопрос возник. Если есть вариант, быстро, без всякой возни, нарубить бабла, на, братан, возьми. Это не каша из топора, это котлета. Я ни о чем-то нереальном, а я, блин, конкретно. Я не про бедность, я за то, чтобы отдыхать, как летом. Минздрав предупредил, это нифига не вредно. Пускай я не главред там в финансовом журнале, но я привык, чтобы в лопатнике бабки шуршали. Если на все поставил, ожидай результата. Азин на три топора. Забудем про зарплату. Поднял, потратил. Захотел, опять потратил. Когда ты не считаешь, и никто не скажет, хватит. Я чисто для людей, и как бы не соврать им. Нету подводных камней. Все дело лишь в азарте. Мне не особо-то везет в любви. Зато моя фортуна обожает рубли. Везет сильнейшим, это как в хоккее булит. Банковский счет распухает, жизнь бурлит. Капиталу нужен оборот, оборот. Я сею и пожинаю, как хлебороб. Говорят, что бедность это не порог. Но боюсь, слезам не верит город дорог. Азин на три топора, азин на три топора, азин на, азин на, азин на. Забудем про зарплату, я чисто для людей, как бы не соврать им. Нету подводных камней, поднял, потратил. Отец моря, прими наше подношение. Отправляйте его. Пошли. Пора. Нет. Нет, нет. Нет. Ты должна отпустить меня. Я всегда любила тебя. Всегда. Всегда. Твои предки присмотрят за тобой. Не забывай, кто ты.
твой сын? А сын Альтгисла не может думать только о своих интересах. Я даю тебе шанс стать тем, кем ты хочешь стать. Стать королем. Такой же, как дал мне мой отец. Если не сможешь это уважать, не сможешь стать лидером. Господь велик. Господь милосерден. Разве вы не хотите впустить Иисуса в свои сердца? Он спустился с небес, чтобы спасти нас всех. Здесь все написано. Здесь все. Книжка, ты серьезно? Книжка? Чего вы добиваетесь? Хотите вечно гореть в адском пламени? Заткнись. На камне этом я построю церковь свою. На этом самом камне она будет стоять. Фризе, слушайте, что вам говорит епископ. Иначе... Но мы не можем распространять Слово Божье насильно. Чтобы добиться мира, иногда приходится браться за меч. Музыку. Иди сюда. Иоанн сказал... Я крещу вас водой, но тот, кто придет после меня, тот, кто куда лучше и сильнее меня, крестит вас огнем и Святым Духом. Воля истинного Господа на нашей стороне. Кто хочет быть крещен? Ты иди сюда. Кто хочет еще креститься? Подходите ближе. Подходите, ну же. Я отпускаю твои грехи во имя Отца, Сына и Святого Духа. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Ты следующий. Ты, иди сюда. Аминь. Побережье Дании. Еще жив. Забирайте его. Наверное, он Сакс. А может, Фриз? Из какого ты племени? Как зовут отца? Его же изгнали. Его собственное племя хотело убить. Да? Пожалуй, я убью его. Пока он ничего не устроил. Убить его? Убить! Мы не убиваем людей, если на то нет причины. А что тогда делать? Можно ли ему верить? Бог моря выбросил его на берег, живым. А моя дочь нашла его. Это знак. Пока что не знаю, что он значит, но я дам тебе крышу над головой. Даю слово. За мной. Пошел.
Возможно, когда у фризов будет новый король, наступит поворотный момент. Господь на нашей стороне. Ты ведь и сам в это не веришь. Отец. Отец, мы должны переходить к следующему шагу и двигаться на север. Нет. Месяца спустя. Ну и что, язык проглотил? Боишься нас? Ну давай. Нет, нет, нет. Покажи нам, что ты умеешь. Давай, здоровяк. Не стесняйся. Ну же. Питер, работай быстрее. Хочешь на охоту? Идем. Он идет с нами. Отправляемся на охоту. Вчера мне был сон. Тебе снятся сны? Человек всегда должен их обдумывать. Мне приснилась рыба. Однажды я уже видел ее наяву, это был кит. Огромная зверюга, умирала под собственной тяжестью. Ужасное зрелище. Но рыба в моем сне, она не умерла.
Она вобрала в себя всю воду океана, и везде, куда доставал взор, на высохшем дне беспомощно билась другая рыба. Думаю, это что-то значило. И это связано с тобой. Мы ведь нашли тебя на пляже. Ты не задумывался, почему ты выжил? На все есть причина. Немой. Подумай об этом. Нет, хвост. Пора начаться новой жизни. Слушайте все! У меня сын! У меня сын! Все на своих местах. Кендрик. Теперь ты отец. Народ, наполняйте рога! Пируем! Следующим будешь ты. Началось. Моя прекрасная дочь. Молодец. Отлично поработала. Смотри, вон там. Приготовиться! Бегом, быстрее, не отставай! С дороги, с дороги! Бегом! С дороги, с дороги! Быстрее! Северяне идут. Это Свей. Они собственную мать продадут. Один, дай нам сил. Приготовиться. Вперед. Нет. Это не твой бой. Жди здесь. Только беду накликаешь. Ты не станешь с нами сражаться. Это не твой бой. Попробуй помешать.
Давай! Тяни! Направо! Быстрей! Ну же, ну же! Держи! Тихо! Огонь! 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 Давай! Огонь! Не за что. В моем сне вся рыба была мертва. Это ты, Немой. Ты, Кит. И убил больше, чем он. Да не ври. Говорю тебе, нет, да. Я все видел, и я победил. Почему? Потому что я лучший воин. Немой. Я всегда верил, что твое появление что-то значит. Что-то важное. И я был прав. Теперь он свободный человек. Можешь купить себе землю. Можешь даже семью завести. Если кто-то, конечно, захочет. Кому нужен этот страшила? Да. О, да, нам придется найти ему слепую девушку. Ты не обязан соглашаться. Ты даже не знаешь моего имени. Но я тебя вижу. Это принадлежит тебе. Ты все это время его хранила. Готова? Ты же знаешь, я люблю тебя. Возьмешь ее в жены? Да. С честью. Меня зовут Фрейя. Дочь Уиглика. Меня зовут Радбот. Сын Альдгисла. Let's
Будем пировать! Будьте счастливы. Конечно. Пьепин. Пьепин. Церковь. Моя церковь. Что происходит? Грязные язычники. Безбожники. Моя церковь. Он накажет их. Он всех их накажет. Строите новую церковь к моему возвращению. Мы отправим их на работы. И в этот раз из камня. Yes. Да, отец. Садись, Драго. Все, как мы договаривались. Милорд. Может, ты мне расскажешь, чем я таким заслужил подобные отношения? Дом Господа. Наши люди находятся в рабстве и страдают. Что странного в том, что они бунтуют? Я дал вам свободу, дал вам землю, позволил собирать мою дань. Наши люди даже не понимают, что такое дань. Не говоря уже о том, чтобы платить столько. Это смешно. Твоему сыну стоит следить за языком. Мы сдержим обещание. Сдержите обещание. Я не пойду на компромисс с людьми, которые сопротивляются истинному вероисповеданию, которые допустили поджог моей церкви. Пора вам показать всем пример. Как? Увидишь. Увидишь. Я пришел от имени короля Пьелина из Эрсталя. Мне поручили вернуть мир в ваш народ. Альдгисел, его дочь, живет здесь. Она ведь девственница, да? Да.
Мы не можем ее отдать. Почему? Это будет символом доброй воли для франков. И позволить крестить Синду против ее воли? Она принесет себя в жертву богам. У нас нет выбора. Или ты хочешь развязать войну с сильнейшей армией мира? Радбот должен принимать такие решения, а не мы. Радбот мертв. Сынок, ты должен. Пора показать себя достойным лидером. Да. Да? Камень, ясно? Мага. Что? Нога. 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 Тебя. Нет. Ты. Я. Мы. У нас новости с земель фризов. Они заключили мир с франками, соединив наши народы узами брака с дочерью короля Альдгисла. Дело не в тебе. И не во мне. Где ты пропадал все это время? Что они сделали с тобой? Забери меня отсюда. Я хочу домой. Радбот. Я не могу этого допустить. Теперь это земли франков. Там все кишит солдатами. Они меня не узнают. Тебя не так уж и тяжело узнать. Там моя сестра. Я не могу позволить им так с ней обращаться. Ты правда думаешь, что сможешь ее спасти? Не знаю. У меня еще нет плана. Но я обязан попытаться. Тогда мы пойдем вместе. Привет. Привет, Кроха. Пришло время прощаться. Да. Я люблю тебя. И я тебя. Один. Я буду скучать.
Заботься о ней. Дай ей дом. Не хуже того, что был здесь. Мы вернемся. Слушай свое сердце. Иди. Реймс. Добро пожаловать. Мое почтение. Рад встрече. Твоя комната наверху. Это невеста? Покажись. Мы принимаем тебя в нашу семью, как дочь. Мою дочь. Ты будешь сидеть с нами за столом. Будешь горячо всеми любима. И будешь спать в нашей постели. У тебя нет выбора. Тебе стоит понять. Я не повторяю свои предложения. Я не боюсь смерти.
Вы делаете это во имя этого своего бога? Я, да или нет? Да. Это было не обязательно. Только никому не рассказывай. Это должно остаться только между нами. Здесь. Я скоро вернусь. Господи, дай мне сил. На колени. Давай. Целуй. Целуй. Тише. Вот так. Отрекаешься от дьявола и всех его проказней? Да или нет? Да или нет? Кто ты? Взять его. Ты. Во имя Господа Всемогущего.
Повторяй. Я верю в Господа и Его Сына, Иисуса Христа. Ты отрекаешься от своих языческих богов? Отрекаешься от ритуалов и своих друзей? Да? Господь всемогущий. Да. Иисуса Христа, Его Сына. Тебя крестили. Молодец, девочка. Тише, тише. Доверяешь? А что? Ты на правильном пути. Скоро поймешь. Ты поймешь. Я должен узнать, чьих это рук дело. О чем ты? Радбот. Я же говорил, никто. Это только между нами. Кто этот новый правитель? Ходят разные слухи, отец. Слухи? Что за слухи? Сын Альгисла. Радбот. Но Радбот, он же мертв. Просто сказки. Ничего интересного. Может, нам не стоило брать Дерестат? Не стоило брать? Иногда думаю, что идея была послана тебе Господом. Но это лишь голос твоей гордыни, твоих амбиций. Останемся здесь. Переждем зиму. А потом я приму решение. Нет, отец. Мы должны действовать сейчас и быстро. Тогда все земли до самого моря будут нашими. Нам нужно подкрепление сейчас же. Нет. Отец. Нет. Удели время своей новой жене. Счастливая женщина принесет больше детей. Земли Вейналдом. Радбот.
Радбот? Радбот, это ты? Радбот! Как? Где ты был? Это моя жена, Фрея. А это наш сын, Попо. Здравствуй, красавица. Это и правда ты. Вернулся. Ну ладно, хватит, оставьте меня. Они думают, что ты вернулся из Вальхаллы. Привет. Это Фрея, дочь Уиглика. И мой сын Попо. У тебя сын? Да. Мы рады тебе, Фрея. Мой муж Вулф, сын Рагнака. Мы молились за тебя. Радбот. Так. Я бы не против узнать, зачем Радбот вернулся. Если я правильно помню, его изгнали. Изгнали? Я был жертвой. Почему ты тогда жив? Кажется, дядя Эйберт боится, что я заберу земли отца, на которых он сейчас живет. Радбот. Твоя. Добро пожаловать, Радбот! Что теперь? Останешься здесь? Не знаю. Не уходи, ты же только что вернулся. Вы отдали мою сестру и позволили ее крестить. У нас были причины. Да ну? Да. Нельзя крестить человека против его воли. Особенно дочь Альдгисла.
твоего брата. Куда бы я ни пришел, я вижу напуганные лица. Раньше Дорестат был свободным городом, где все могли делать то, что им вздумается, где все могли жить в свободе, вне зависимости, откуда пришли. А что теперь? Однажды ты уже обрек нас на гнев богов. Что сейчас изменилось? Отец! Ты поддался своему страху. Что с вами произошло? Здесь все такое знакомое. Но в то же время я не узнаю этих людей. Знаешь, мы с Фенна... Не нужно ничего говорить. Я верю тебе. Почему ты позволяешь им так с собой обращаться? Ты полноправный наследник своего отца. Но когда ты слышишь его имя, твои глаза наполняют боль. Почему? Станет. Я хочу, чтобы ты помог ему. Я могу на тебя положиться? Конечно, отец. Я знаю твою гордыню. Знаю твой гнев. Но он наследник трона. А ты сын кухарки. Вот, выпей. Это позволит тебе хорошо выспаться. Вот так. Вот и все, отец. Господи. Приказ отца. 4-я армия в Дорестан. Что ты наделал? На твоем месте я бы поторопился. Иди. Помоги. Мне нужен врач. Помоги. Что ты наделал? Может, я и не верю в небеса, но я знаю, что ад существует. И ты будешь гнить там. Я убью тебя. Нет. Нет. Ты еще помнишь? Это полярная звезда. А это мы. Это Луна. Планеты двигаются по четкой траектории. Ты меня так учила.
Можно точно рассчитать, когда дни станут длиннее, а Луна усилит приливы. Время твоего отца было на исходе. Его кровь не на твоих руках. Грядут большие перемены. А ему не было места в новом мире. А ты... Тебе придется проложить путь для будущих поколений. Нет. Юра теперь король. Значит, тебе тут не место? И все так, как должно быть? Зачем тогда ты вернулся? Пусть Иисус снизойдет через это священное помазание. Да. 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 Он. Он? Он? Он. Он. Он? Пусть Иисус Дрого, отпусти его. Я мать наследного принца. А значит, я ваша королева. Сядь, Дрога. Иди, мальчик. Идем. Куда ты его ведешь? Дрога! 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 Послушай. Повозка катилась по старой дороге. Нет, по песчаной. Прости. Повозка катилась по песчаной дороге. Стой, стой, стой. Так я буду слышать тебя лучше. Вот так. Ты тут высоко. Но ты ведь не боишься, да? Нет. Хорошо, я держу тебя. Повозка катилась по песчаной дороге. Луна сияла, дорога петляла. А лошадь все цокала, но похоже... Уснула.
Мечи поднять, щиты опустить. Сколько их там? Не знаю. Нам нужен Радбот. Она права. Без него мы не справимся. Приведи его живо. Зачем ты пришел? Меня призвал король. А меня надо слушать. Ты ведь знаешь, кто я, да? Вперед! Вулф, Радбот, заходите с юга. Остальные со мной, на север. Возвращаемся. Стройся. Стой! Налево! Щиты! Стена! Это безумие. Надо отступать. Генерал Фокарт. Не знаю, милорд. Только что был здесь.
что-то потеряли. Будь ты проклят. Приведите его. Кавалерия, сэр, лучше держаться вместе. Ждите моего сигнала. Отправляй их. Кавалерия, в погоню. Быстрее. Вперед. Лучники! Стена щитов! За Одина! Высокий. Тише. Юре, нас давят. Их слишком много. Одов, прикрой Юре. Надо бежать. Я не сдамся.
Пусти! Это безумие. Послушай же, нужно перегруппироваться. Нужно отступать, милорд. У нас преимущество. Дави! Радбот. Настанет время, когда тебе придется стать правителем.
Кажется, у нас одна и та же проблема. Этот Радбот. Он под нашим контролем. Радбот собирает войска со всего мира. Они и шагу не ступят без приказа моего сына. А он сам выполняет приказы. Конечно. Правда? Радбот должен быть мертв. Тогда я вернусь домой. Но кто Дорестадом будет править? Я с радостью доверю это моему преемнику. Не нужно ничего говорить. Теперь они еще крепче цепляются за свою веру. Да, конечно. Ты их понимаешь? Они просто слепо верят. В чем от этого польза? Это хоть какая-то опора, Радбот. Опора? Твой Иисус ничем не лучше. Правда? Столько убийств в его честь. Иисус тут ни при чем. Как думаешь, что со мной сделают, если узнают, что я христианка? Наверное, лучше вернуться к твоей семье. И бросить твой народ? Но что тебе сердце подсказывает? Бойся. Чего? Того, что люди могут во мне увидеть. Ты сам это сказал. Эти люди заслуживают лучшего. Лучшего лидера. Как я могу вести за собой кого-то, если сам не понимаю, во что верю? Ты думаешь, что боги ничего не сделали? Но они прислали нам тебя, Радбот. Я не верю в такую чушь. Настоящие лидеры правят. Силой. Фрейя говорит, что надо. Фрейя знает, во что верит. Да. В христианского бога. Нет, в тебя. Фрейя верит в тебя. Тебе тоже стоит попробовать. Или ты правда думаешь, что Юрра сможет спасти наш народ? Хватит, Радбот, суть не в ритуалах, не в традициях, нарядах и обычаях. Важно лишь то, что вот здесь, понимаешь? К твоей любви, к Фрейе и Попа, к твоему отцу и своему народу. Вот что дает тебе силу. Вот что люди видят в тебе. Ты постоянно приходишь сюда с вопросами, но у тебя всегда уже есть ответы. Тебе лишь нужно пожелать их услышать.
У нас мало времени. Я здесь не за этим. Ты хочешь, чтобы я крестил твоего сына? Мой муж не христианин. Моего мужа зовут Радбот. Радбот? Значит, сына нужно крестить как можно скорее. Это очень важно. Нельзя силой обращать людей в свою веру. Позволь каждому сделать свой выбор. Без страха, пыток или смерти. Ибо Господь воздаст за деяния твои. Если мы сможем просто поговорить с ними, объяснить, что будет лучше, если они примут христианство... Эта дорога приведет к еще большей войне. Ты этого хочешь? Конечно, нет. Но Уилбрарт уверен, что... Поговори с ним. Поговори, пусть он убедит Чарльза. Иначе будет поздно. И мы все потеряем. Хорошо. Сделаю, что смогу. Нужно атаковать. Выдвигаемся сейчас. Атаковать? Возьмем инициативу в свои руки. Выбора нет. Нужно освободить Дорастат. Ты хочешь напасть на самую сильную армию во всем мире и победить? Да. Мы сделаем это вместе. Я говорила со священником. Я же просил не вмешиваться. Я думаю, что смогу достучаться. Руки жрецов по локоть в крови, им нельзя верить. Ты правда этого хочешь? Решать все проблемы мечом? Меч никогда не врет. Это единственное, во что я могу верить. Ты хочешь стать тем, кем тебя называют, варваром? Ты не такой. Радбот. Как Фрея? Все нормально? Ты же знаешь ее. Боится умереть? Какой план у тебя? Сколько кораблей сможешь доставить к Дорестаду до следующей луны? Достаточно. А почему к следующей? Оставь нам пару франков. Хорошо. Все будет хорошо. Знаю.
Жаль, что я никак не смогу удержать тебя здесь, отец. Жаль, что я не смогу уговорить тебя пойти со мной. Отец, должен быть другой путь, чтобы обратить их. Эти варвары понимают только язык насилия. Но они все равно люди, такие же, как и ты, и я. Ты знаешь, почему люди играют в казино? Это как охота. На подсознательном уровне. Кураж. Азарт преследования. Восторг удачи. Выигрыш – это как удачный выстрел. Это как мамонт, принесенный к домашнему очагу. А проигрыш – это промах. Временная неудача, которая только подстегивает азарт. А-зи-но. Может, ты просто поговоришь с ними? Ты умный мальчик. Но если ты способен видеть лишь хорошее в людях, то в конце концов ты всегда будешь разочарован. Мой сын. Стойте! Стойте! Я сказал, стойте! Прекратите! Если это... Если это ваше дерево такое священное, почему тогда Тор не кинет свою молнию и не убьет меня? Почему? Чего же он ждет? Давай, Тор, я здесь. Я здесь, Тор. Видите? Ничего. Совсем ничего. Это все суеверие. Просто суеверие. Вам незачем жертвовать людей. Это же, Господи, Иисус уже пожертвовал собой. Пожертвовал за нас всех. Франки у священного древа. Со своим священником. Вулф, останься с войсками. Завтра выдвинетесь в Дористат. Со мной или без меня. Габби. Идем. Но... Прекратите это безумие! Назад! Назад! Прекратите это безумие! Взять ее! Живо! Ну же! Thank you.
они не уничтожат наш мир. Они не смогут уничтожить мир. Нет. Ты знаешь, кто ты. Вперед! Внимание! Я знаю, кто за это в ответе. Жена Радбода. Она христианка. Это смешно. Я сам ее видел со жрецом. Она молилась в одной из их церквей. Радбод, скажи, что это бред. Она здесь ни при чем. Это все на ее совести. Так она из христиан. Дело не в том, во что ты веришь, а в том, как ты используешь веру. Отдайте нам Радбода и его жену, и мы уйдем. Тенна, не нужно. Разойдемся миром. Мы никого не тронем. Берите этих троих и срубите дерево язычников. Твой бог приносит удачу? Нет, не приносит. И не облегчает никому жизнь. Тогда какой от него толк? Иисус говорил: возлюби врага своего. Значит, он спятил. Он знал, что римляне его предали. И все же позволил им поймать и убить себя. Почему? Хотел показать своим друзьям, что он любит их. Ты все еще любишь его. Я не смогла бы родить ему ребенка. Видимо, все и должно быть. Ты предал Радбода. Разве? Ты предал меня. Я спас наш народ от полного поражения. Поражение? Все готовы. Корабли только отошли от берегов. Пусть там и останутся. Отец,
Мы еще можем догнать их. И освободить Радбода? Ты правда этого хочешь? Мы договоримся с Чарльзом Мартелем. Впервые у нас достаточно сил, чтобы напасть на франков. Правда? И кто их всех поведет в бой? Ну, иди к ним. Чего стоишь? Скажи, что мы идем на войну. Потому что ты хочешь проявить себя. Одна ошибка, и тебе конец. У тебя нет и шанса. Даже сотни Радбодов за спиной. Ты никогда не думал, что я смогу стать достойным лидером. Что я смогу привести людей к победе. Что я смогу быть... Почему ты не помогаешь мне? Скажи датчанам, что они нам не нужны. Мы отправляемся в Утрект. На переговоры с Чарльзом Мартелем. Утрехт. Стоп! Нет, нет! Нет! Не тронь его! Нет! Нет! Отдай! Стой! Прошу, пожалуйста, остановись. Верни его. Нет. Попо. Радбод. Радбод. Как мило. Воссоединение семьи. Я всегда хотел посмотреть на того, о ком все только и говорят. Великий Радбод. Мы должны дать народу то, чего они хотят. Красивые сказки о героях и грустные о Господе. Наши отцы верили в это, но мы не они. Так что пусть это будет нашим секретом. Для нас нет дела, что там наверху. Потому что здесь правим мы. И делаем все, что пожелаем. Может быть. А может, наши отцы понимали что-то, что нам не предстоит понять. Но в этом ведь и проблема. Ты слишком умен, чтобы верить в это. Так что... Просто подыграй нам. И я сохраню тебе жизнь. Или убью тебя. Вместе со всей семьей. Понял?
Радбот, ты отрекаешься от дьявола и происков его? Ты отрекаешься от богов языческих? Одина, Тора, Фрей? Да? Или нет? Да. Тогда войди в воду, и я крещу тебя во имя Святого Духа. На колени. На колени. Ты веришь, что есть один лишь Бог? Господь Всемогущий. И Сын Его, Иисус Христос. И Святой Дух. Да или нет? Веришь в Бога, нашего, единого, в Отца Всемогущего и Сына Его? И что, выбросим все, что объединяет наш народ? Привычки, обычаи, традиции? Да или нет? Да? Или нет? Ты в Бога нашего единого, в Отца Всемогущего. Я даю тебе шанс стать тем, кем ты хочешь, стать королем. И Святой Дух. Да или нет? Радбот, дело не в тебе и не во мне, а в наших людях, в благополучии народа. Вставай, Радбот. Поднимайся. Да? Или нет? Я попаду на небеса? Просто ответь на вопрос. После того, как ты окрестишь меня, попаду ли я на небеса? Каждый порядочный христианин туда попадет. Ты веришь? А мои предки? О чем ты? Увижу ли я их на небесах, если приму крещение? Увижу отца. Твой отец не был крещен. Но я увижу его на небесах, да? Он не был христианином. Он был хорошим человеком. Человеком, которому хватило смелости умереть за свой народ. Он был язычник. Язычник, а язычники не попадут на небеса. Это невозможно. А Сетце, сын Будда, Хилла, сын Рейдера, Майка, дочь Такая, всем отцам, сыновьям, дочерям и отважным людям, что умерли за свой народ, найдется ли им место в раю? Но ты можешь молиться за их души? Да или нет? Нет. Да или нет? Нет. Конечно, нет. Зачем тогда мне принимать такую религию? Взять его. Надеялся, что смогу сломить его и все же крестить. Наши отцы, может, и не были богами, но они все же наши отцы. Да. И лучше я буду в аду с моими друзьями, чем на небесах с врагами. Да. Радбот.
За мной. Отправляемся в Дористат. Вперед! За Радбода! Юре! Идем! Что? Нет! Юре! Давно стоило это сделать. Нет. Нет. Это принадлежит тебе. Нет, нет. Он твой. Радбод! Радбод! Он сбежал в Дористат. Это ловушка. Конечно, ловушка. Ты сделал все, как я просил. Все готово. Радбод. Они забрали Попу. Отче наш, сущий на небесах. И да пребудет с вами Господь. Аминь. Хочешь подождать до рассвета? Все готовы?
Что теперь? Еще немного подождем. Он знает, что делает. Обычно. Факелы! Зажигай! Редбот, у нас нет шансов без датчан. Выбора нет. Что будешь делать? Солома. Все готово? Знак Божий. Редбот, что происходит? Держать строй. По местам. Плохая примета. Да, но для кого? Боже. Пятое полнолуние в этом году. Ты знал, что это произойдет? Идвина. Воины! Знак ли это? Возможно. Плохая ли это примета? Может быть. Умрем ли мы сегодня? Скорее всего. Но одно я знаю точно. Мы не позволим никому указывать, как нам жить и во что нам верить. Ни король, ни жрец, и даже не солнце и луна. Потому что мы на земле свободного народа, который ни перед кем не склонится. На земле наших предков, людей, что мы любим. Вот что объединяет нас, и никто этого не отнимет. Так что если вы хотите жить свободными или умереть свободными, то идите за мной. Замкнуть строй. Построились. Держать строй. Держите. Сейчас! Держите! Открыть ворота! Ну что, генерал, начнем. Да, милорд.
что там? Кажется, они нападают, милорд. Прикажи фронту перейти в атаку. Фронт, вперед! Радбот, ты опоздал. Загоните свиньи в город. Вы уверены, милорд? Свиной жир горит часами, там ничего не останется. Радбот, Дарестат. Открыть ворота! Всем внутрь! Радбот, попа у них! Фрейя! Фрейя! Попа! Его. Целься в ребенка. Вы все еще уверены в своем отце? На войне другие законы. Глупец. Солдаты! Коня! Коня! А ведь мы могли бы править миром. Фенна,
Ты такая храбрая. Такая храбрая. Фенна. Что мы наделали? Сын, Господь милосерден. Пора уходить отсюда. Пошли. Внимание всем игровым! Заходи на Азино 777. Отыграться и выиграть можно только тут. Сохранил свободу и независимость вплоть до его смерти. Вскоре после его кончины в 754 году Бонифаций был убит преступниками согласно официальным данным. Последовавшее возмездие франков обратило всю Западную Европу в христианство. Уилбрард и Бонифаций причисляются к лику святых и по сей день, а Радбод был вычеркнут из всех учебников истории. Но память о нем живет в легендах.